Надежда, привет. Рад встрече. С ногой? Ну, так меня это, мне перебили, мне же Мосгорсудья. Прям в суде? Ну, в транзитном. Знаешь, где транзиты? Через Автозаки. Ты была там, да, в Мосгорсудье? Ты ездил? Да, в Мосгор я один раз была, сдается. Я уже даже не помню, где была ты, чертовой России. Я вот что-то не могу понять, что понятие ощущения героя людей, которых вышли из тюрьмы. И тюрьма человека не меняет, он остается собой. А да, она его ломает, она его делает жестче. Но то, что в нем было, все равно в нем останется. То есть говорить герой, не герой, у нас вообще как-то, не знаю, какое сейчас формулирование слова герой. Ну, героизм, на мой взгляд, это просто это равно то, что назвать тебя жертвой. То есть вот ты, ну, героизм это равно страдание. Понимаешь? То есть там, наверное, об этом. Не факт. Я думаю, что не страданием, а самопожертвованием больше. Ну, самопожертвование это близко уже к жертвенности. Ну, в тюрьме же человек, если человек оказался в тюрьме, он же не стал вот этого жертвой. Ну нет, конечно. И он же не выбирал себя в тюрьму посадить как жертву. Ну, я вот тюрьму принципиально называл домом отдыха. Специально, чтобы не связывать это со страданием. Потому что это власти выгодно, чтобы тюрьма ассоциировалась со страданием. Ну смотри, если взять, например, героя там Александра Матросова или Гастелло, да, ну понятие военных героев, и, во-первых, таких людей много, история запоминает имена единиц, то там человек сознательно принимает решение, да, что он будет умирать за какую-то идею, цель. Ты тоже сознательно принимаешь решение, когда ты выходишь на акции протеста против этого путинского режима. Да, я сознательно принимала решение, я как-то в тюрьме случайно оказалась, меня туда вообще похитили. Но я сознательно принимала решение, когда шла на защиту своей родины. Можно ли сказать человека, что он сознательно принял решение, я пойду посижу в тюрьме? Нет, конечно. Никто туда не собирался. Мы просто делали то, за что почему-то кто-то решил нас посадить в тюрьму. Поэтому не знаю, можно ли действительно сказать, это героизм или не героизм. Ничего. Обычный человеческий поступок, у которого есть совесть. Мне кажется, так. Потому что, называя это героизмом, это просто куда-то ставится на полку какой-то экзотики. То есть, да, назовем их героями, давайте там полюбуемся на них и все. Но, по большому счету, это вопрос ответственности, который на каждом же лежит. Ну, действительно, вот любое из действий, там, я не знаю, пойти на войну или поджечь ФСБ, или вообще все что угодно сделать, это просто того, как ты относишься к этому времени и вообще к людям, которые вокруг тебя, да и к себе самому тоже, как тебе с этим жить. Почему-то люди у нас любят на все вешать какие-то штампы, лейбли, бирки. Поэтому люди придумывают такие слова, которые им легче, да, там, Жанна д'Арк, там, что там еще, там, как мне писали в тюрьму, вы не голодайте, вы поститесь, и мы выставим патриарху Кириллу, значит, счет там или анафему, чтобы, за что там, за нашу украинскую великомученицу. Я сидела, это слушала, думаю, боже, люди нашли великомученицу. То есть тоже. Да. Но это тем более, прежде всего, самое то, что в этом плохое, это отделить от себя. Потому что я вот принципиально говорю, что я часть общества. А когда тебя называют как-то, тебя отделяют, говорят, ну вот мы, а вот там, вот они, как бы. Они или плохие, там, власть или не власть, там, условно, менты, кто угодно, враги, да, а вот еще, ну, еще другие они. Категория хорошие, да. Надя, ты в Лефортово была? Ты в каких? Нет, был? Не в Лефортово была. Была в обычных СИЗО московских. Сейчас я скажу, в женской это тюрьме шестерка. Это шестерка, да. Шестерка, да, да, самая сучая тюрьма, которая только была за все это. Это в Воронеже тройка СИЗО какое-то тоже обычное, ну, в смысле, смешанное. И потом на Матроске, на Мельничке, а потом Новочеркасск. Там я тоже понял. Смешанное СИЗО. Ну, там, все, где наверное, Чикатило расстреливали. На шестерке, наверное, спецблок, да, там? Да, я везде на спецблоке была. В каждом СИЗО на спецблоке. Ну, это, понимаешь, то есть это к тому, что есть, вот, есть же общие хаты, где свой ритм жизни. Ну, поэтому я говорю, для меня это была не тюрьма, для меня это был монастырь. Чертов монастырь, понимаешь? Я не ощутила этой жизни. Я слышала, конечно, тюрьму ночами, да, но им даже покричать ничего не могла, потому что видеокамеры даже в туалете. Поэтому. Да. По четыре решетки, да, на. Да, да, птиц не покормишь, потому что решетка такая, что руку не пролезешь. Я как-то о тюрьме рассказывать. Нечего там рассказывать. Это просто убитых 2 года. Кто-то говорит, что он там мыслит, кто-то говорит, что он там еще что-то. Для меня это постоянная окова тела, оцепенение бешеное и отключка мозгов, чтобы не сойти с ума. Вот это все, что для меня было тюрьма 2 года одиночки. И при этом оставаться человеком, вежливо говорить «здравствуйте, до свидания, спасибо, что завели»,
и при этом оставаться человеком, когда идешь и по коридору разгоняют всех остальных заключенных, да, осужденных, которые там работают персоналом обслуживающим, и на них орут, и там, то просто сказать, что ведите себя по-человечески, они тоже люди. А то, в этом плане, видишь, у меня по-другому было, потому что для меня, ну, я художник, и поэтому для меня вот тюрьма не была, скажем так, каким-то... Ну, я не был вырван, конечно, из времени, потому что я не делю даже так. Я говорю, что есть тюрьма буквально, есть тюрьма повседневности, которая такая же несвобода и которая также, на самом деле, люди скованы, да, вот этим вот регламентом повседневности. Но они движутся также одним и тем же маршрутом. Работа с 9 до 5, да, это та же да, тюрьма. Да, 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 да. Но есть, безусловно, конечно, пространство больше, но в тюрьме, допустим, для меня вот уменьшение пространства возмещалось избытком времени. То есть, ну, соответственно, там что-то почитать я мог больше и лучше, скажем так, больше времени посвятить, что-то написать мог более основательно. То есть в этом плане. Что касается всего остального, что касается администрации тюремной, вот там это был для меня вообще непрерывный конфликт. Потому что. И вот тут мне интересно, как ты на это смотрела, потому что ты человек военный. То есть, ну вот как ты, понимаешь, мне казалось, знаешь что? Что я видел со своей стороны? Я в армии даже не служил. То есть я человек, наоборот, ну, скажем так, за который... Творческий, я понимаю. Ну, который я иду в сторону от порядка всегда, вот в сторону свободы и какой-то непредсказуемости. То есть свободы как некой непредсказуемости действия. И мне казалось, что как раз вот то, что я видел, Бутырка, потом Медведкова, Медведь, то, что наоборот, там пытались, на мой взгляд, как раз администрация, все превратить в военный гарнизон. То есть, ну, понимаешь, то есть, где есть вот они со всей иерархией, но ниже их, то есть уже как раз обслуга и еще дальше, это как раз уже арестанты или арестованные. Ты эту тюрьму воспринимал, да, как другую реальность, как-то ты говорил. Чем для меня было тяжело? То есть, нет, сама тюрьма, если бы, например, я была виновным человеком, я сказала, да, я виновна, я пойду отсижу, не вопрос. То есть я бы тюрьму нормально восприняла, я бы себе работала там, ну, выбрала какую бы свою позицию. Почему для меня это было потерянное время? Потому что в это время, да, в моей стране была война. И воевала, и на моей земле, понимаешь? Страна, которая меня держит в заручниках, в заложниках. И как бы для меня это было потерянное время, потому что я не могла действовать. Я не могла быть в поле боя рядом с ребятами, которых показывали по российскому этом телевидению, пропагандой, как их там кроют градами, понимаешь? Я не могла действовать. Поэтому для меня это было очень тяжело выдержать. Вот это вот просто расти овощем. Что касается самого порядка, да, я привыкла в армии, практически, он практически не отличается. Кроме того, что нету вот надменности мусорской, да, вот над человеком, вот такое, знаешь, управление твоей жизнью. Ну, вот обращение, один заключенный там развозил пищу, этот бандер, обращается, типа, товарищ майор, ну, как в армии, знаешь. А он такой, а там же у них гражданин начальник майор, понимаешь, он такой, тамбовский волк тебе, товарищ. Я говорю, вот сегодня тамбовский волк, а завтра вы. Потому что от тюрьмы, от суммы не зарекайся. У них, понимаешь, вот это вот такая вот порода, что они вот людскую жизнь, да, как бы людей, вот за их там... Я не знаю, что эти люди совершили, какие преступления, почему их считают мусором, но вот у них это есть. И поэтому первое, это что я не дала сделать, это на себя так смотреть. Я никогда не разворачивалась к стене лицом. Я не понимала, почему это надо делать. То есть я нормально восприняла порядок, там, отбой в 6, подъем в 6, отбой в 10, застелить кровать, там, даже на стульчике сидеть, чтобы на кровати не сидеть. В армии это то же самое есть. Но какие-то такие вот их понятия, там, например, то, что человек не может включить и выключить сам свет. Или не может выключить свет ночью и должен спать. Для меня это было... Или попросить ножницы элементарные, то есть то, что у тебя там иголка, ножницы, это твой постоянный рабочий инструмент в обычной жизни, он всегда под рукой. То есть меня удивляло вот это вот такая вот ненормальная, или то, что там руки за спину, говорю, с какой радости. Ну, если мне уже одевали или через кормучку, ручку, наушники, да, то тогда за спину. А так я хожу как свободный человек. То есть почему я должна там, туда не смотреть или еще что-то? Вы о чем говорите? То есть меня вот, что-то меня удивляло, а какой-то там режимный порядок я как бы приняла, как должен быть. Ну, есть, конечно, свои выверты. Да. Ну вот как раз вот это, руки за спину, лицом в стену, там это, сделай то, сделай это. И вообще, ну, приказ, который возводится в какой-то абсолют. То есть, в принципе, куда тебе повернуть голову или куда тебе там доходило вплоть до того, что я слышал, ну, говорили кому-то, не смотри на меня. То есть да. Он даже указывает, куда смотреть. Не смотри на меня, или я иду, не смотри на нее, развернулись. Понимаешь, в армии как бы имеешь право обжаловать приказ, если ты его считаешь преступным, да, то есть... А здесь, то есть ты, ну, как просто как существо, как раб, да, то есть ты должен подчиняться беспрекосновенно. Это меня, конечно, очень бесило, но я этого и не приняла, они это поняли сразу, что я этого не приняла, и никто меня особо не заставлял этого делать.
То есть я вела себя адекватно, идем, я понимаю, что я с этой уже подводной лодки не сбегу пока никуда, да. Ну идем, но не надо мне рассказывать, как мне ходить. Эти обыски постоянные, вот это счастье, раздеться, одеться 20 раз за день, когда тебя выведут и ведут в этот спецблок, это поприседать, еще с камерами, да. Я это воевала постоянно, с камерами не буду. Один раз сказали, что мы сейчас пригласим типа мужчину, чтобы вы типа вас осмотреть, чтобы вы разделись. Я говорю, интересно, что вы будете делать со мной с этим мужчиной? То есть, понимаешь, неадекват этих теток вот таких с куриными мозгами, с такими гусынями, которые орут «Путин наш президент, самый лучший президент в мире», отбитые на голову. Выглядят просто, знаешь, вот эти вот со стразиками ничтожества, абсолютно недалекие эти женщины, которые работают в тюрьме, они меня выхаривали. Нет, нет, ну, конечно, не все. Ну, на секретаршу они похожи, так, по большому счету. Там. Ну, не все, не везде. Были очень, знаешь, такие, были культурные. То есть я не говорю, что все люди в России плохие. Я тебе рассказала то, что было неприятного. Приятного было очень много. Самое приятное, знаешь, когда вот женщина, она уже уходила на пенсию, она мне, ну, им же нельзя со мной там общаться в спецблоке, но она мне написала записочку, что, мол, я тебя поддерживаю, всего хорошего. И так, когда обыск камеры делала, там, бросила, да, ее, я ее там нашла потом, думаю, ух тышка. То есть такой, то есть абсолютно человеческие проявления были, надеюсь, у тебя тоже были проявления человека. Я тебе могу сказать, из 10 вот этих мусоров или вот этих сотрудников-работников, один, ну, один мог быть, да, нормальным, который... Из десяти один. А вот 9 будут вредителями, я тебе точно говорю. У меня, наверное, из 10 два были плохими, а остальные вот, видимо, были хорошими. Нет, может, они только ко мне так, знаешь, как бы, ну, я вижу, что они, если вот к людям там, то они все плохие практически. Но против тебя пропаганда работала гораздо больше, ну, то есть да, вообще со всех там... сторон, то есть конкретно атака пропагандистская другое, шла, поэтому даже... Ну, это интересно. Ну, ты была, получается, я понял, почему. Конечно, тебе тяжело было в тюрьме, потому что ты военнопленная, ты находишься в плену, когда, ну, происходит что-то. На самом деле, то, что я... Ну, что произошло? То есть, террористические как раз группы зашли на территорию Украины и развязали войну, то есть, по большому счету. То есть, была развязана война вот этими террористическими группами. Сейчас там вот эта военная установлена диктатура. То есть со стороны России. Это интересно, что это делается. Почему это делается открыто? Почему такое? Открыто? Вообще? Ну, потому что потери на совести, наглости набрались достаточно, понимаешь? Если говорить о политике, то вспомним Будапештский меморандум, да, когда Украина разоружалась ядерным оружием, и Россия была страной, которая гарантировала и целостность, и безопасность страны, и народа, то есть защиту. Это кроме того, что предательство, это еще нож в спину, да, и как-то, и сейчас Путин как-то делает из себя белого пушистого миротворца, забрал и убил пол Кавказа, да, как бы отобрав земли, и сейчас натворив в Сирии делов, рассказывает, что он миротворец. Ну, как бы пропаганда вообще, еще было тяжело смотреть российское телевидение. Я до этого не сталкивалась с такой вот наглой пропагандой. У нас все-таки каналы как-то, ну, могут гнать друг на друга, на каких-то, да, они там тоже подвластны кому-то, но у них какая-то перепалка идет. А здесь все каналы просто учат молиться на икону, понимаешь? Я это смотрю, мне просто плевать хотелось. ТВ, а Россия. Курить можно? Да. Слава Богу. Можно сумку? Потом что-то придумаю. Да, я пачку из музыки прошу. Витяжка. Тут є пожежник. Там, повірте, я наскільки не накурю, щоб воно запищало. Це тут треба, я не знаю, що робити. Пожежу дійсно. Слушай, а ти сиділа сколько? Ні, я не курю. Сколько чоловік в хаті було з тобою? Одна. Ти ще й в одиночці, слушай. Один раз? Так я вот именно, що, понимаєш, в одиночці. Я просто не пост... Ну, спецблоки обычно, ну как, это хотя бы там 2-3 человека. У меня были камеры постоянно на... Знаешь, как оправдал следователь это? Ага, дякую. Следователь сказал, типа, ну... Ты же как бы бандеровка, нацистка, тебя в тюрьме убить могут, это же твоя безопасность. Я говорю, кроме вас, урода, меня убить никто не может, со всеми остальными заключенными я нормально найду общий язык. И один только раз ко мне подселили девочку, ну ее красную как бы хотели сделать, да, чтобы она вообще не развить. Но мы так с ней, она сама там ингушетка, черкесска, ну такой тоже, знаешь, такой крови, мастерки, этот, кандидат в мастера спорта по кикбоксингу, такая интересная девчонка. И мы с ней... 3 дня просидели, отлично сдружились. В общем, я так поняла, что она им сказала, что работы никакой не получится. Крутить меня ни на что не получится. И я потом еще и голодовку объявила, потому что
В общем, они оставили меня одну, ее перевели. Но это было так удивительно. Ты, получается, в одиночке провела вот сколько ты была? 2 года, и ты была в одиночке. Слушай, ну это жестко очень. Ну, получается, говорили, я считаю, что как вскрываются на 4-й месяц, на 6-й просто вскрываются, чтобы не сидеть в одиночке, чтобы их поместили. Да, я просто не представляла, что может быть иначе. Нет, психушка, когда в этой... Сербского ты была. Да. Вот там были девочки. Ну, я тоже была в одиночке, но мне можно было с ними встречаться где-то там на кухне, в туалете, знаешь, на перекуре. То есть какое-то общение, на прогулке, хоть что-то. А то вечно в дворик одна. Меня в Сербского пытались держать в одиночке. Знаешь, что я сделал в Сербского? Ну, я был в 1-м изоляторе, в 4-м там были малолетки. Я стал, ну, вот этими малявами, короче. Я сдружился, ну, сговорился с малолетками. И тоже пытались прикрыться другими арестантами. Ну, то есть говорили, что нет, мы тебя не можем выпустить, потому что будет конфликт, на тебя нападут. Я говорю, ну, подождите, сейчас мы разберемся. Через малолеток они выходили и общались. Они пошли, поговорили с Людом, там, с 20, ну, там где-то 20 человек было. Все, естественно, сказали, что все это вранье. Ну что, все вообще за меня, все меня поддержат. Да. Никто, ну и все, я вот на следующий день, я врачей этих там припер к стенке. Тогда они послушались. Я остался в изоляторе. Спасибо, Надь. Остался в изоляторе. Но я выходил с 4 до 10, я выходил на... Ну, типа, да, общался, да, смотрел телевизор. Вот то же самое, они там рассказывали, что, типа, изоляция для меня. Один раз, когда вывели в дворики, еще рядом был гуляющий, да, там дворик, люди были. И тоже ребята Сербского, такие... Сербского, да? Нет, это на Матросской. Подожди, не на Матросской, а на Шестерке. Там были красные еще мужчины. Я понял, да. Ну, там же бывшие сотрудники. Да, там, да, бывшие собесники. И вот как бы БСники там гуляли, да, и что-то мы с ними разговаривались, они такие тоже, знаешь, там сепаратистка настроена против Украины, там был один украинец такой тоже. И как бы мы с ними поговорили, там сначала они начали спрашивать, вот зачем там ваш Майдан, зачем война. В общем, за час разговора я выходила с этой, они мне начали кричать слова Украине, героям слава. Да. Все, после этого меня блокировали от всех, меня выводили только отдельно, чтобы рядом не было вообще в округе никого. И когда Новый год, меня там ведут со всех окон, девчонки орют, Надежда, с Новым годом, держись, я на голодовке, да. То я прекрасно понимала, что тюрьма абсолютно не воспринимает меня так, как они там рассказывают, что там вот у одной женщины сын там на Донбассе погиб, и типа она там тебя сказала, что убьет. Я говорю, я с ней поговорю, не вопрос. Ее сын тоже был не без оружия. И он убил, наверное, ни одного тоже нашего парня. Поэтому... Администрация, ну, они живут этим, они стравливают. Ну, вот эти провокации, интриги. Противная у них работа, я тебе скажу честно говоря. Я в жизни. Но они идут на нее. И вот вопрос, почему они соглашаются с ней? То есть какая? За этим нету идеи. То есть У них есть работают деньги, да? То есть в основном, я так понимаю, в Москве работают все из Подмосковья, потому что зарплата там, как бы, найти проблем на работу. Поэтому они есть такие, да, там эти опера, которые специально работают, оперативные отделы. А остальные, там, то есть те, что охраняют, то они не всегда подлые. Ну, хотя бывают, конечно, редкие дряни. Но... Вообще система людям мозги делает, да. Вот я смотрю на этих людей. Работают они. Я потом интересовался. Знаешь, что, допустим, у военного вот будет квартира через 25 лет, а если он работает вот в надзоре, у него через 15. Кто-то для этого, кто-то еще для чего-то. Да, за соцсети все. То есть, по большому счету, у них за этим, ну, какой-то идеи, там, какой-то борьбы с чем-то еще. Конечно. У них ничего нету. Это просто вот эта потребность стоит, и все. Желание. Ну, милиция все-таки должна быть, потому что, ну, хаос как-то тоже надо контролировать. Но только это должны быть такие прописанные законы. Почему-то в Швеции лучше всего тюрьмы, да, и меньше всего людей там сидит. И как-то общество неприступное. А у нас и тюрьмы хуже всего, и людей сидит немерено, и бандитизм остановить не могут. Потому что сами бандиты. Потому что мусульмане сами бандитизмом занимаются. Это вот эта вот история, я поддерживаю сейчас приморские партизаны. Что они сделали? Они начали воевать, ну, находясь в России, они начали открыто воевать просто вот с мусорским, ну, с полицейским беспределом. То есть, ну, вот да, с этим бандитизмом только их вышло. Ну, они свою маленькую, я не знаю, это даже, ну... Назовем условно, это их армия была из 5 человек. Ну а против них вот это Приморский край, а против них все остальные. То есть и на них там чуть ли не 3000 вот из отделений собралось. Ну, естественно, их взяли штурмом. Ну, нескольких убили, сейчас у них 40 ПЖ. То есть вот, ну, это вот, вот они сказали прямо и сказали открыто, что да, что ну, полиция, что полицейские, они такие же враги. Ну, как на войне. Происходит, вот они пошли на фронт. Федор, смотри, а ты вот когда сидел, ты через Росузник общался с людьми? Да. Вообще замечательная такая система. Ну, я в Украине в местах не столь отдаленных никогда не была, но говорят, у нас тоже есть и ОНК, еще даже покруче, чем в России. То есть они там имеют больше прав приходить заключенным. И не знаю, есть ли у нас такой сайт, но
Вот мне начали приходить письма, там еще электронные в Москве можно было, потом уже электронные поэтому они пересылали в конвертах. Там. Но как бы очень помогал этот сайт, действительно. И вот тебе мне писали, что также мне информации никакой, то есть акции, которые ты устраивал мою поддержку, я тоже ничего не слышала в этой психушке, потому что ну, по телевизору этого нигде не показали. И спасибо, кстати. Не знаю, мою ли поддержку или нет. Подожди, Надя, я сразу скажу, чтобы что ничего... это не в твою поддержку, это была моя война с психиатрией, вот с этим институтом сербского. Ну, потому что что-то сказали, в тот день, кстати, это спекуляции. Устроили такую сумасшедшую охрану, то есть меня закрыли вообще в этой камере одиночки, меня никуда не выпускали, то есть ни на прогулке там что-то увеличилось, эта охрана, я подумала, что в дурдоме какой-то, понимаешь, ну, а, там в дурдоме дурдом начался, двигаться. Да, то есть такое что-то началось, я так... На это все смотрела, а потом только когда адвокаты пришли, говорят, ну что, вот приходил Павленский, я тогда первый раз от него слышала, что есть такой художник, который вот устраивает такие акции, он устроит там в твою поддержку. А текст ты знаешь почему? Потому что я не знаю, после каждой акции меня же могут арестовать, изолировать. Ну да, поэтому, чтобы люди поняли, что... Ну, ты увидела, как работают СМИ, а теперь представляешь, я что-то сделаю и не оставлю текста, ничего, меня арестуют. И напишут, фиксацию называли попыткой суицида. Так, ну, я что-то сделаю... Они назовут акцию, там, не знаю, в поддержку животных или в поддержку что там будет. Северной Кореи или еще неизвестно чего. То есть как я буду потом это потом разгребать? Естественно, поэтому остаются тексты. Потому что, ну видишь, я, скажем так, я воюю, но я на другом поле, символическом. Ну, ты знаешь, войну каждый выбирает свою, да, то есть, и хорошо, что вы действуете, потому что если люди бы вообще, то есть, совсем смирились, что происходит, нужно действовать на каждом фронте, и на аграрном каком-то в селе, да, что там поля, например, не засеваются тем, а засеваются другим, что не растет, то есть, на каждом фронте люди должны воевать, ну, бороться, ну, не то, что воевать, там, пускай не назовем это, ну, какая-то борьба, потому что иначе эта жизнь останется, ну, для нас, я не знаю, крепостные крестьяне, что ли, опять будем, или рабовые рабы. Не соглашаться, не принимать, как есть, не принимать, как должное. Да. А суды, кстати, это было за счастье. У тебя были суды, или тебя не осудили? У меня было два суда, параллельно шли по питерскому процессу. Ага. То есть в Питере, я же в Питере Майдан, я в Питере, ну как сказать, ну организовал свой Майдан. Угу. То есть он связан был с победой украинского Майдана, а это как раз 23 февраля было. И там кого закрыли? Никого не закрыли? Ну, не закрыли, я под подпиской ходил. Ну, я единственный обвиняемый там остался. 23 февраля, знаешь, да, в России это День защитника Отечества. Да, да. Ну, а я призвал людей встать не на государственный официальный праздник, а встать на праздник Майдана и защиту своей свободы. Это было 23 февраля, воскресенье, тебя, наверное, 8 утра. Ну, доступными средствами покрышки привезли, там листы жили. Ну, вот из чего состоял Майдан. И на как раз мосту недалеко от Спаса на Крови, Спаса на Крови, это где народовольцы императора Александра II казнили. Вот там мы... Ну, какими-то доступными силами сделали Майдан. Ну, конечно, он, ну, его нельзя сравнивать с украинским, это не масштабный Майдан. Это Майдан там 5 человек, знаешь, вот кто-то там был с флагами. Ну, вот после этого, да. Вот шел уже выездное заседание по этому делу, и по ФСБ по угрозе тоже шло. Ну, то осудили меня... тебя в одном городе или тебя возили? В Москве, меня в Москве, да. Ну, тебе жестче было, потому что, ну, в одиночке, я в карцере, пробыл 10 дней всего. Ну, то есть вот сидел в одиночке там, я не знаю, ну, в карцере, видишь, там вот это вот 6... Кровать пристегивают. Кровать пристегиваются. Ну, и, соответственно, в 10 она, да, отстегивается. Ну, меня тоже пугали карцером, я сказала, а чем изменится? Ну, я уже в тюрьме, и ты, да, и ты тем более уже в одиночке. Я в одиночке, ну, пристегнете вы кровать, ну, я на пол лягу. Ну, то есть, ну, при чем здесь, для чего? Курить нельзя? О, думаю, ну, наказали, конечно, так наказали. Да и пить можно, не пить, и есть, не есть, тоже мне наказали, понимаешь? Можно и не покурить. Ну, они меня, конечно, не взяли. А знаешь, что меня еще удивляло? Это вот эти вот взыскания. То есть это армейская система, но только в армии на тебя накладывают взыскания, когда, ну, как они действуют, ну, понимаешь, то есть, ну, когда есть у человека что забрать. А здесь приходят, вот вам взыскание, я сюда так смело, я говорю, вы шутите, наверное. Ну, вот что вы этим мне сделаете? Я сижу в тюрьме, вы меня уже так, что вы меня можете забрать? Мне терять больше нечего. Не надо вот рассказывать только человеку, что кто-то влияет на его судьбу, да, вот кто-то решает, как мне там приходили и рассказывали. Вот вашу судьбу решает только Владимир Владимирович Путин. Я говорю, большое спасибо, вы что, шутите? Мою судьбу решает только Бог. И Владимира Владимировича тоже Бог, поэтому как бы, если верить. Ну, то есть это просто смешно, потому что человек сам решает свою судьбу. Я сама решала, буду я жить или не буду я жить. Мне не нужна была жить в России вообще, а тем более в российской тюрьме 22 года. Поэтому выбор был очевиден.
Не, ну, когда человек там, он живет просто. Правильно, ты же живешь и, ну, вот, в тех обстоятельствах, в той ситуации. Какой может быть компромисс, когда у тебя забрали все, у тебя забрали свободу? О чем компромиссничать? Не, компромиссов тут не может Никаких быть. Никаких компромиссов. Нет. То есть продать свою идею, я не знаю, что мне надо было. Встать на колени, отсосать, чтобы меня простили? За что? То есть я украинка. Украинкою народилась, а украинкою я и помру. Люди общались и общаться будут. Это абсолютно как бы... Это надо, ну, чтобы весь народ там переубивал друг друга, чтобы была такая ненависть, чтобы потом больше никогда не разговаривать друг с другом. А то, что... Когда-то мама рассказывала, и брат рассказывал про Вторую мировую, да, когда они там с немцем в одном окопе оказались, и немец ему говорит, что зачем мы бьемся? У меня двое киндер, да, у тебя дети. То есть пусть вот Гитлер с Сталином лбами. Вот пусть они лбами, а люди все равно разговаривать будут. Ну, война идет, это власть, когда людей, власти развязывают войну. То есть вот что произошло на Донбассе, да? Почему это делается? Что как раз это, вот это и есть террор, это и есть методы террора, потому что, ну, была запущена террористическая организация, она развязала войну, ну, а гибнуть стали уже мирные люди, и втянулись в это уже люди, которые вообще, может быть, и не должны были на войну ехать. То есть вот настоящий террор. Вот я с Петром абсолютно согласна, потому что что такое терроризм? Сейчас это такое спекулятивное слово, да? Это такие методы, самые подлые, самые засекреченные. Ими может воспользоваться каждый и свернуть на кого угодно, и никогда не докажешь, кто виноват. То есть и все будут говорить, что мы боремся с терроризмом, при этом делая, борясь даже с терроризмом, против терроризма и против людей теми же террористическими методами. Поэтому такие очень, очень абстрактные понятия. Спекулятивное слово. Да, очень спекулятивное. И нужно, мне кажется, как раз вводить вот такое, ну, вообще понятие, чтобы было разделение между террористами и инсургентами, то есть повстанцами. Ну, повстанцы — это из народа, это кто против власти. Ну, а террор, он связан как раз с государственными поддержками, как раз с интересами государственными, ну и так далее, и так вообще далее. Вообще, ты прав. Эти понятия можно как прописать и разделить даже четко, да, но проблема в том, что что такое человек? Он, как бы, как мы с тобой, да, он руководствуется внутренним выбором, то есть своим сознанием, своей идеологией. И как ты можешь знать, с какой целью он, как бы, шел, там, например, на эту войну или куда-то? Да, вот у нас говорят, у нас Бандера-герой, Россия там, Бандера-фашист. Там у нас Мазепа-герой, там Мазепа-предатель российского царя. Но вот для России он, типа, его идеология, да, и все это вот, значит, там плохо, а для нас, для украинцев, хорошо, потому что предать русского царя, ну, как его можно было не предать, я не знаю, или не отказаться от него, значит, просто все зависит от того, во что верит человек. Он с благими намерениями делает что-то, да, но может не всегда получиться. И может как-то получиться не так, как хотелось бы. Его может мир осудить. Я вот о себе говорю. Сейчас цветы, завтра камни полетят. Потом меня на костре сожгут. Я все готова принять. То есть у меня в душе есть мой выбор. Я все равно буду идти своим путем. Сойдутся мои мнения с кем-то, не сойдутся, точно так же, как и ты. Ты будешь идти своим путем. Поэтому сложно каждого индивидуума, да, можно прописать в законе, вот действительно, ну, если это с поддержкой государства, да, как бы вот именно какой-то, это действительно терроризм уже. То есть если вот это против другой страны, с государством, иной поддержкой иной страны, если люди там от себя, повстанцы против власти, там, да, это повстанцы, но это все выписать, это все настолько хрупкая материя, ну как же, как и компромисс, как же и война, как же и переговоры о заключенных или пленных, да, то есть это все где-то чуть не так прошло, по лезвию ножа ты идешь, либо в одну, либо в другую сторону свалишься. Отгородиться стеной и все такое. Вот есть там человек, это начнем с человеческого уровня, да, который поддерживает Украину, да, который там приехал, например, в Украину, да, помочь чем-то там, волонтерством или какой-то поддержкой. Почему от него отграждаться, если он отгородился от выбора своего государства, неправильного выбора? Да, Россия — страна-агрессор. Что такое страна? Народ — это отдельно, он может быть либо одурачен, либо сознательно принимать выбор. Дальше, это власть. Власть — это политика, то есть ее интересы, ее... От этого надо, да, вот как говорится, стеной оградиться. Если вот рассказывает президент России, да, что Мишка в тайге разрешения не спросит, ну вот пусть он в тайге разрешения не спрашивает. Но если Мишка сунется за тайгу, то Мишку тоже дрессируют, как в цирке. Поэтому нужно показывать всеми методами, да, соседу, который не прав, в чем он не прав. И находить этим, понимаешь, нельзя отгородиться. Мы живем 2000 лет, да, там уже третье. Мы не можем отгородиться на еще 7000 лет будем жить, отгородиться от какой-то одной страны. Меняется все, меняется власть, меняются взгляды народа, и мы прекрасно запускаем абсолютно новые отношения. Никто не вечен.
Я думаю, что народы должны и нужно искать вот эти вот пути коммуникации народов. Ну, в принципе, они и так сейчас технологические есть эти пути, да? Где-то это интернет, где-то еще что-то. Ну, в обход власти. То есть вопрос это, ну, вообще то, как народы общаются, дружат в обход власти. Вот и все. То есть, ну, потому что проблема как раз во власти. Власть является здесь провокатором, и власть несет это зло. Проблема в одном человеке самодуре, у которого есть какие-то больные комплексы, да, вот там собиратель земель русских, там царь. То есть есть какой-то вот раз в 100 лет, да, или даже два раза на столетие рождается человек, у которого вот амбиции зашкаливают, эго зашкаливает. И он делает множеству людей проблемы, если дорывается к власти. Если он просто идиот, там, не дорвался к власти, ну, значит, меньше горя, да, если он дорвался к власти, ну, это плохо. Да, но сейчас вот за этим человеком там стоит силовая структура, которая дорвалась к власти. Само то есть ФСБ, которая шла, к власти. Вот этот 91-й год переворот. Это что был переворот? Это когда силовая структура, то есть КГБ, смещала ЦК КПСС, потому что они им хунта, стали мешать. Та же самая хунта, да. Вот и все. И вот сейчас, то есть уже в лице Путин, кем он стал? Он стал вот этой официальной говорящей головой. Можно сказать, что в России вы действительно хунта, потому что, ну, несмотря на то, что они сняли погоны, одели пиджаки с галстуками, это не делает их суть лучше. Они все вышли с той системы, которая вот действительно это просто хунта, правление силовых структур над страной. Которые начинались, опять же, вот с красного террора, красный террор, ОГПУ и так далее, и так далее. Вот и все. Вот то, что сейчас находится в России, и то, что, опять же, распространяет и захватывает территории вокруг. Вот, вот политика, ну, внутри которой мы как раз находимся. Ну, политикой все пронизано. Что значит грязно? Я вот не согласен, что политика грязная. Ну, политика, она везде политика. В искусстве политика везде. Ты говоришь, что вот Петя, он не в политике. В политике. Как это? У нас люди за столом, да, разговаривают на три темы. Религия, история и политика. И всегда эти три темы дискуссионные, никогда не находятся общего мнения. Поэтому и действительно, в искусстве политика. Политика, она везде. Что она грязная, ну... Наверное, вот я даже не знаю, как сказать... Если судить с чистой совести человеческой, то она грязная. Но если судить из политики, то она такая есть. Для нее это вот нулевой уровень ее чистоты. Она может быть еще грязнее, но ничуть не белее, понимаете? То есть вот это вот ее уровень такой. Если человек просто по себе судит. Ну, не знаю, я в этой политике еще не так долго. Никто не может быть изъят из политики. Может быть, человек, если очень сумасшедший, то внутри себя он где-то, наверное, да. Вот в любом мире да, без да, политики. Да, 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 но не здесь. И каждый отдает отчет, где он находится. Я вот благодарен всем, кто мне писал письма, потому что я не был в одиночке. Я думаю, для тебя это было еще важнее. Ну, со мной было несколько человек, как правило, но все равно, когда... скажем так, границы камер расширяются до 20 человек, до скольки ты с кем ты общаешься, а я отвечал, я вот практически на все письма я ответил, то есть я отвечал, ну, потому что, ну, не ответить, это вот человек к тебе обратился, ты спиной к нему отвернулся просто, и все, ну, что такое, вот оставить без ответа. Да, я тоже на все отвечала. Ну, а и это общение, ты общаешься, ты находишься в диалоге с людьми, нет, это прежде всего. Письма, да. А что можно сделать, вот, вы спрашиваете Сенцова-Кольченко? Да можно сделать. Вы посмотрите, что для меня сделала моя сестра. Мы были простыми девчонками там, с района Троещина в Киеве. Да? Мы не были там, не знаю, ни в политике, нигде. Но она, кроме того, что пошла за мной в бой, она, кроме того, что открыла с ноги все двери, которые можно было открыть, она показала всем, как своих не бросают. Вот меня спрашивали, Надя, вот как думаете, наверное, тяжело там ребятам, вот когда вас выпустили, они вот сидят там, ну, как бы еще сидят. Я говорю, нет, вот я думаю как раз, что им легко. Потому что мы поняли, что вот вода греблю рвая, и первая вот капля, она эту греблю прорвала. И они, у них есть эта надежда, что они выйдут все. Поэтому эта надежда не теряется, и все они выйдут. Просто знаете, вот в чем большая сила? Это когда за тебя борется весь мир, чтобы ты выжил, а ты готов каждую секунду умереть. Только тогда это получается. Потому что идет самопожертва с твоей стороны, идет самопожертва со стороны людей за тебя. А если ты сидишь, предаешь и ноешь, и клянчишь, там, заберите, помилуйте, все остальное, то даже миру за тебя бороться не хочется. Так что стойкость, еще раз, стойкость, ребята, мы выйдем все. И наши, и ваши. Мне русским всегда нравится, как они писали, за нашу и вашу свободу.
Я понимала, как же тоже российским людям. Ну, это 68-й года. Год, это вот оттуда, это лозунг 68-го года, да, да. Сейчас идет вторая группа, это крымские татары. Вот это вот, я не знаю даже, что это категорировать. Это вот просто геноцид. Вот для меня это больше всего подходит слово геноцид. Вот они уничтожают коренное население, да, вот того региона, где вот оно и не угодно власти, они начинают вот это вот лепить им обратно. Межлиз это террористическая организация. Они так действуют на всем Кавказе. Они так Чечню танками глушили. Они точно так же сейчас Дагестан выбивают. Вот когда-то в Столыпине, когда ехали по этапу, рассказывал мне один парень, что в Дагестане происходит. Да это ужас. Просто мир этого не видит. Мир видит Крым еще, потому что это как-то ближе к Европе. А то, что происходит в Дагестане, они не видят. И эти люди, вот они еще не будут заканчиваться. Их будет, они будут их хапать и хапать, сажать и сажать. И мы их будем искать и искать, и находить, и пытаться отвоевать. И это, конечно, еще не на один год, к сожалению. Но поэтому надо, говорю, учить. Дрессировать мишку надо быстрее, потому что мы людей будем просто терять в этой системе. Это не один год, и это продолжается уже не один год. Это вот как раз это и связано. Вот акция «Свобода», которая 23 февраля 2014 года я делал. Александр II и вот место его казни. Дело в том, что во время его царствования происходило практически все то же самое. То есть вот это вот жестокое подавление освободительных восстаний и в Украине, и в Польше, и в Литве, и в Беларуси, и в Чечне. То есть все то же самое. И внутри вот эта вот борьба с инакомыслием. То есть, по большому счету, весь этот имперский шовинизм, вот он как был, по большому счету, он так и его аппетиты ни разу не умерились. У них вот это вот в России пунктик, это вот борьба с инакомыслием и двойные стандарты. Они навязывают их всем, не показывают как бы... Ну, пропаганда, да, что она вообще делает? Ну, а из пропаганды из этой, ну, это смешно смотреть, когда ты знаешь. Смешно? Я думаю, ты про себя там, наверное, много смешного увидела и услышала. Но это когда ты знаешь, а ты понимаешь, а когда вот где это единственный источник информации, а им надо на чем-то мнение строить, а из мнения понимания. А вот, ну, с человеком он встречается, с другим, ну, о чем-то надо говорить, ну, нужно поделиться мнением. И вот так вот эта информация, которая, в принципе, просто является бредом на самом деле, да, ну, или более такое слово, как аккуратное, ну, это вот фантомы какие-то, вот их плодят и все. Ну, они же, ну, они становятся тканью этой реальности. Нижайшая культура телевидения, нижайшая. Надо просто на плинтусном уровне где-то там. Вот эти вот скандалы, собачники эти, вот эти шоу реалити, это такое гадость. Смотреть там было просто. Там ничего. Или грязь, или, да, вранье, ну, вот причем откровенно. Галимые русские сериалы, которых они тоже клепают миллионами, которые ни о чем, которые, ну, обещанная сказка о Золушке, да, либо какая-то там о Бандюке 90-х, хорошем парне, ну, такие никакие. Вот смотришь и думаешь, ну, как же низко. За радость была посмотреть американский фильм, даже самый тупой. Ну, я думаю, что это вот нас по-настоящему преступно. То есть вот сейчас вот эта вот якобы аполитичность, якобы довольствие полумерами, это и есть пособничество власти, потому что власти нужны вот эти расщепленные. Ну, что ты где-то, может, да, быть, ладно, ты против, но ты, главное, будь за. То есть ты и за, и против одновременно. Ну, так, когда тебе... То есть ты считаешь, что это как бы вот русский народ предает сам себя тем, что... Конечно, народ... конечно. Это вот сейчас вот у меня коснулась ситуация с приморскими партизанами. То есть когда мне присуждают премию Вацлава Гавела, я ее, естественно, всю целиком до последней копейки, я сразу говорю об этом. Ну вот я тогда еще за решеткой был на суде, я говорю, она перейдет к приморским партизанам. Сейчас еще решается вопрос, уже месяц скоро будет, отдавать ли мне теперь эти деньги, я ведь ими решил распорядиться по своему усмотрению, насколько это находится в парадигме либерализма, который решил основываться на идеях Махатмы Ганди. То есть, ты понимаешь, они мне хотят, во-первых, диктовать, а во-вторых, они поддерживают сейчас этим, те, кто диктует, вот это вот государство, опять с этой властью российской, которые в СМИ, например, на телеке, запрещают употреблять вот это словосочетание «приморские партизаны». То есть сейчас, ну, если действительно вот это произойдет, и деньги не будут переданы, и придется искать другие способы, чтобы помогать партизанам, ну, это будет предательство со стороны вот либералов, естественно, может быть, очередное, а может быть, одно из очень больших и предательств. И вот это пособничество и есть. И это есть вот эти полумеры. Все хотят быть в довольстве, не хотят идти на какой-то конфликт и так далее, и так далее. То есть оправдывать собственную трусость ищут, да, чем? Ну, ты знаешь, вот я тебя слушаю, понимаю, вот и в Сенцова такое же, да, положение было, что нечего бояться, то есть, да,
Наверное, у меня что-то от армии осталось такое. Я не разрешу себе бояться, но я не буду осуждать человека, который боится. То есть я его не буду не жалеть, я не буду его осуждать, я к нему отнесусь никак. Боится, так боится. И я очень благодарна украинскому народу, да, украинцам за наш Майдан. Мы боимся меньше. То есть у нас много было людей. Я просто могу показать своим примером, как не бояться. А тот, кто пойдет, тот пойдет. У нас Майдан показал, как надо не бояться. Русские люди сейчас очень боятся. Ну почему? Нацгвардия или Росгвардия, как ее там ни назови, да? Вот это тоже политика двойных стандартов. Нашу Нацгвардию они осуждают, свою они создали непонятно на каких основаниях. И вот проблема в том, что это то, что когда-то вот в Новочеркасске, где я сидела, да, было такое время еще там за часов времени КГБ, НКВД, когда расстреляли, то есть митинг, там с танков расстреляли просто, сделали кровопролитие. Люди замолчали очень надолго. Вот то, что вы спрашиваете, почему там двойные стандарты, почему они вот там не идут до конца, почему не боятся. Да потому что умирать никто не хочет. Единицы, вот мне когда писали люди, да, они там, когда они уже приняли это решение, они писали, что да, мы боимся, да, мы не хотим. И потом приходил какой-то момент, они пишут, все, я уже больше не боюсь. И следующее приходит сообщение, что человек в тюрьме. То есть вот не все могут пойти. Есть что терять людям, у них есть дети, семьи, какие-то привязанности. Я их могу понять, в принципе, да. Осуждать я их не имею права, потому что это мне нечего терять, это мой выбор. Я бы, конечно, советовала им сделать точно так же. Ну, конечно, бывает иногда такой уже момент, что надо действительно встать с колен и пойти все вместе. То есть, когда ты, например, видишь, что на твоих глазах избивают, убивают кого-то, да, не стать на его защиту, отморозиться, то есть это уже как-то иудство, там, если брать по чем-то, да, то есть, да, уже надо тогда встать просто все вместе и не бояться шеренга за шеренгой идти, падать и падать и падать, пока ваше будущее поколение не придут и не свергнут вот этот вот весь беспредел. Я с тобой согласна. И ты, как россиянин, имеешь право там закликать, призывать к этому свой народ. Я, як українка, можу закликати до цього свій народ. Ну, мій народ і так закликати не треба, але, слава Богу, на це дуже різкі, підривні і буйні. Так що, ну, так як-то. Вообще, конечно, да, жаль мені в цьому плані російських людей, тому що не та страна для щастя чоловіка. Україну будемо робити той страною для щастя чоловіка. У нас для цього всі вперед. Ну, есть такое вот каждому свое. Конечно, ты не будешь, если человек, ну, не хочет чего-то бояться, ты его не будешь толкать силой. Но если он только не лезет, как вот я рассказываю сейчас ситуацию, когда они вмешиваются уже в мое какое-то, ну, да, дело, это прежде всего. Ну, это с одной стороны. А есть другое еще, то есть, когда это уже навязывается, как скажем так, что, ну, когда говорят, я не боюсь сказать, что я боюсь. Когда это становится общепринятым уже таким правилом, это плохо, это как бы в этом уже ничего, от этого становится страшно. Да, особенно когда мужчины там, война, женщины идут, умирают у нас, а мужчины там говорят, ну, я не боюсь сказать, что я боюсь. Ну, это вот противно, это... я с тобой согласна. Ну, Тут такие моменты. Понятно, что, ну, есть какие-то все-таки рамки разумного, ты не будешь человека там, иди, нет. Но есть тоже другая граница. Ну, люди должны сами приходить к этому, понимаешь? То есть на борьбу, ну вот, например, мобилизация у нас сейчас. Его послали там, призвали, да, послали на фронт. А он не будет воевать. То есть он испугается, бросит автомат. И ты не заставишь его никак, понимаешь? То есть идти и воевать. Ну, то есть воевать человек, он, да, плохо будет. Все, и воевать. И он никогда, и ты понимаешь, что если ты идешь в бою рядом с таким человеком, он никогда не прикроет тебе спину, понимаешь? Поэтому лучше с такими в разведку не ходить. Все равно есть люди, которые отбираются сами собой, селекция идет. Рано или поздно подтягиваются абсолютно все, да, если это уже заводится на массовость. Вот, ну, говорю, у нашей страны к этому больше потенциала. У нас, когда бьют кого-то, да, как студентов, мы это не смогли стерпеть, смолчать. У них, когда бьют кого-то, люди пытаются отвернуться и сказать, я не боюсь сказать, что я боюсь. Но у них тоже не все такие, как бы. Я думаю, что рано или поздно все будет. Ну, хотелось бы, чтобы было таких, больше. Таких, как Петр, будет больше и больше. Да. Потому что власть российская Майдана очень сильно испугалась. Ну и вот эти и сделали последствия... все, чтобы не было... Так это сделано, опять же, чтобы не было в России. Нацгвардия сделана для того, чтобы не было Майдана. Нацгвардия. Ну и превратить это все вот в такое, да, опять же, что посмотрите, как будет страшно. То есть война вот эта вот, которую террористические вот эти группы развязали в Украине, она с одной стороны, ну понятно, развязать войну, дестабилизировать обстановку в Украине, а с другой стороны стабилизировать обстановку вот эту, ну, необходимую как раз ФСБ и Путину. То есть показать, что посмотрите, как будет у вас ужасно, что произойдет, если вы себе позволите такое, пойти против власти. То есть, ну, создать вот такой пример, искусственно создать ценой вот всех этих жизней, ну, жизней, которые уже, да, то есть уже все, то есть, ну, они убийцы, то есть реальные на самом деле.
Ну и еще жизни, которые предстоит потерять. Людей, которые сидят, вот находятся в заключении, в плену, где угодно. Так странно, знать о людях, там, писать иногда. И так вот наконец-то интересно будет увидеть их вживую. Точно так же, как и тебя. Когда-нибудь соберемся все вместе. И наши, и ваши. Конечно. В свободной стране, в свободном мире. Да. Осталось не по указу власти. Да, не по указу власти. Так что осталось не сдаваться до конца. Спасибо большое за беседу. Взаимно. Я рад был разговору и знакомству рад. Тебе что-то поможет с ногой или как расходиться? Мне надо сделать, она постепенно. Слушай, она как-то... Ну, перелома нет, не знаю, там сильного вывиха выбия нет или что там? Дубинками, они что-то выбили. Но она, она восстанавливается. А ты можешь сходить? Потому что там могла мениск где-то порван быть, выбита коленочашечка, чтобы поставить на место. Короче, в колено. Я сейчас сделаю сейчас рентгены и все, и начну уже там. А давно ты вышел? Я же не спросила, когда... Неделю назад. Какого я числа? Я забыл, какого. 8 числа, 8 мая, да, я освободился. Мая или июня? Не, не июня, да. Июня. Да, июня. Я 25 мая, то есть получается, ты еще позже, да. Ты еще так обходишь. Нет, я еще смотрел о твоем освобождении как раз по каналу «Россия», по каналу НТВ. Даже, ну, набор, да, бреда и оскорблений просто вот таких вот, поток в твой адрес, и все как бы. Ну, третья эфира, вот она связана с этим потоком оскорблений как раз. Знаешь, караван идет, собаки лают. Пусть лают. Ты в Киеве первый раз или в Иване? Я первый раз был в Киеве. Знаешь, когда я приехал? Я на Майдан приехал первый раз. Я увидел Киев и узнал Украину, через Майдан. Ну, это я тебе могу сказать, хорошая была встреча. Ну, она на всю жизнь, вот мою оставшуюся, она останется. Сейчас ты можешь немного посмотреть по сторонам. Мы едем по Старому Подолу, вот такой старый район. Ну, с тобой работать. Ситуация, это вот интересно. Ты или военно-пленная, тогда должна Россия была, условно, это признание, да, вот этой войны с Украиной. Или тебя просто похитили. Тоже, вот кстати, что, одно и... То есть или они преступление совершили, то есть похищение, вот да? И, случае, да, или ты военно-пленная, да? И они по-любому, надо уже снять его рисовщик, его ближе к его языку. И они по-любому совершили преступление, они за это ответят, понимаешь? Гага ждет такие вот... Они ответят не только за это, они ответят за Чечню, за Абхазию, за Осетию, понимаешь? За все ситуацию. А там мы поставили галочку, что... Что типа свобода, дан, да? Дан. Ага, понял, я понял. Галочка нет, прошу залишилась. Галочку на весь Крым поставили. Боже мой, охватывай! Слада, слада. Я гарно, що ви дивитеся інтернет і вас це цікавить. Так приємно вас бачити. Боже, то я не сподівалася, що ви вас побачите. Давайте зразу поближу. На пару днів. Тоже відчай друга людина. Вітаю вас. Я не Петро Дубовлінський, який відстоював терористів вас. От Оксана, подруга. Спасибо, дуже дякую вам. Це можна сказати по-братному. Я вже вам Я нарисовала, она сидела, там было скучно, я рисовала, знаешь. Ну, нормально. Я ничего не вижу, да, ничего не слышу, ничего никому не скажу. Суды вообще. Ну, это прокурор, они сели, как собаки, такой цербер. Причем каждый, на каждого похож. Ну, может, не сильно, но как-то похож. Це мені браслетики передали, там же теж браслетики не дуже передавати. Була така щаслива, що має потрібних кольорів браслетики, але чорно-червоний, знаєш, що то блакитний. Такі погляди. Спасибо.
я дуже довго хотів тебе побачити. Ти для мене була як символ, як приклад, з кого треба було брати. І для хлопців, які були рядом зі мною, для арештантів, для росіян, для будь-якого, вони, чоловіки, дивилися на тебе і казали, що це приклад для всієї країни, для всієї Росії. Тому дякую. Дякую, що вижив. Рада, що повернулися. Витягнемо решту. Витягнемо. Обов'язково. Зажирати тебе побачити. Дякую.